Португальские болельщики ликуют. Капитан португальской сборной Криштиану Роналду в ходе полуфинальной игры Евро-2016 с Уэльсом смог забить один гол и организовать второй. Матч завершился со счетом 2-0. Суперзвезда португальцев, который в течение всего турнира подвергался критике за вялую игру своей сборной, отправил мяч в ворота противника головой на 50-й минуте. Спустя всего 3 минуты после удачной передачи Роналду Нани забивает второй гол. Гол стал третьим для Роналду в этом европейском чемпионате. А победа для сборной стала первой, которую португальские футболисты одержали в основное время. Это был отличный матч. Рикардо Куарежма начал играть слишком поздно, но игра все равно была отличная. Мы забили дважды, мы отмели всех критиков нашей страны. Да здравствует Португалия! Теперь Португалия встретится в финале с победителем второй полуфинальной игры. В четверг на стадионе Марселя сыграют команды Франции и Германии. Мы предпочитаем играть против Франции, но неважно, кто победит, Франция или Германия, нам нужно победить. Тем временем болельщики сборной Уэльса отправляются домой. Криштиану Роналду всю игру вел себя тихо, а потом забил. Не успел я сесть, уже забили второй гол. Так что удачи, Португалия. Для Уэльса это был отличный опыт. Мы вышли в полуфинал, мы все гордимся собой как нацией. Никто бы не подумал, что старый добрый Уэльс выйдет в полуфинал. Это было отличное путешествие, но, к сожалению, мы не дотянули. Португалия играла хорошо и заслужила быть в финале. Уэльс впервые попал в полуфинал международного футбольного чемпионата с 1958 года.